Так, всем здорово. У нас сегодня была не только рыбалка, да, Дима? У нас сегодня был еще между собойчик. Вот у нас сколько. Товарищи, друзья и товарищи. Так, ну-ка фокусируйся. О, это все у нас сегодня участники нашего, скажем так, ну, между собойчик. Сейчас, да, открытие сезона. Сейчас мы тут немножко приготовили презентов. Сейчас посмотрим, кто... Кто первый встал, того и тапки. Кто поймал, тот и папа. О, рыбку вижу. Спряталась, да, пацаны? Февральская рыбалка. А в этом по льду бегается. Я уже не знаю, как мы все будем делиться. В смысле, тут уже будет какой-то... И тут рыбка сейчас есть, посмотрим. И там... Посмотрим сейчас. А вы там на льду сидите, я завидуюсь молча. Мы будем фидерить. Так. Фокусируемся. Давай смотри, что тут он уловил. С какой? С Саньки начинает был? Да, будет Саня. Да, будет. Смотри. Саня, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Что у нас тут? Походу чемпионы, я так понимаю, или нет? А ну в пуле, с краю, конечно. С краю каждый может. О, смотри. Хопа. Лящи. Лящи. Четыре головы. Четыре головы. Это у нас сегодня... И какунь там, по-моему, да? И какунь один. И какунь. Ох ты. Так, 4, да? Ну давай, тут, наверное, взвешивать не будем. В принципе, она вся стандартная рыба, просто по головам посмотрим. Вовка, сколько у тебя? Я отпустил все. А, ты уже... Ты что, вне зачета, что ли? Да. А-а-а. Не спортсмен. Нет. Не спортсмен. Так, что у нас здесь? Нет, так отпустил надо после взвешивания, а не до. Так ты соревнования не выиграешь. Так, что у нас тут? А тут 5 голов, ну тут поменьше. Тут не знаю, Динка, тут 5, но тут поменьше. Там 4, но побольше. А? Там 4, но побольше, а тут 5 поменьше. Призов-то хватает? Короче, будет... Так, а, кто у нас? Леха, что у тебя там? Один. Один? Так у нас, получается, 3 первых места будет. 3 первых, и Леха второй. Так, а что тут посмотрим? А, ну нет, так смотри, нормально, у него 2. Так нормально получается. Первый, второй, третий. Все. Да? Ну. Все. За первое место, я думаю, что... Да. Можно, да? Ну первое, ну, давай кому, я не знаю. У Саньки вес побольше, наверное, Санька будет первым. Да, Санька будет первый, это, наверное, будет. У него вес, наверное. Да, давай. Это хорошее, да? Так, он там, у него фотосессия началась. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас как выпрыгнет, и будет у него 3, а не 4. Будет вторым. Ну? Ну сфоткай меня, такой, ну сфоткай меня. Дима, иди награждай давай, блин. Я думаю, за первое место можно, наверное, фарму, конечно, да, будет, да? Давай, да, а тут уже подзели сам, как считаешь, нужно. Я подзелил. Нет, так это все это символически, конечно, это все. Такая, что-то выиграл, да? Что-то выиграл? Ну, конечно. Там считается, это, конечно... Ничего себе. Конечно, это трусики. Трусики. Да, ну, новое, конечно, чтоб... Ну, мазать. Скажи, ну, новая жонка, конечно, жонка новая, целую ночь срала. Ну, уже, как бы, а? Но. Фартушок. Передничек, да? Ну, нормально, слушай, что? На лишний раз, как говорится, неплохо. Спасибо, видишь? Спасибо. Вот так вот, видишь? Стараемся. Так, мы пацанам, давай, Дима, наградим. Сейчас у Вовки там, смотри, такой двушничек, хоп, и он первый. Вот он, царь водоема. Царь меняется, цари. Вот, это без вариантов победитель. Что там у нас за второе место? Сашки одни еще и Ветушка. Это, а третий Сашки. Подожди. А четвертый Лехе что-нибудь придумаем. Короче, второе. Это за второе, да. Это второе мы смотрели, да? Да. Один неплохой такой. Неплохой. Стяжки. Да. Ну, а третий по стяжке. Ну, да, у нас тут. Да. В общем, как-то так. Вот такую движуху замутили по лайту. Половили. Немножко пацаны посоревновались в свое удовольствие, а кайфанули от погоды.
Так вот, Лехе дадим, и все, четвертая. Кайфанули от погоды, кайфанули от рыбки, открыли сезон, поймали то, что хотели поймать. И, в принципе, все у нас удалось. Да. Вот, смотри, видишь, как хорошо. Все, как хорошо получается. Бонусом, да. В общем, да. В общем, такая вот движуха у нас получилась. Надеюсь, что вам и нам понравилось. Нам-то однозначно, а вам не знаю. Вот, поэтому ездите на рыбалку, ловите рыбу, отпускайте рыбу, получается удовольствие. И смотрите ролики. И все будет круто. Всем спасибо. Увидимся на водоемах, увидимся на ютубе. Всем пока.